Спасительной силой в нашем мире является спорт. Над ним по-прежнему реет флаг оптимизма. Здесь соблюдают правила и уважают противника, независимо от того, на чьей стороне победа. Этой весной столица Мордовии принимала участников заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады по физической культуре. 213 сильных, быстрых и выносливых школьников со всей России приехали в Саранск, чтобы защитить честь своих регионов. Всероссийская предметная олимпиада по физической культуре – это очень важное событие не только для вас, это важнейшее событие для всей нашей страны. Мне кажется, что роль физической культуры, физического воспитания в нашей стране сегодня переоценить очень сложно. Потому что любое дело, чем бы вы ни занимались, оно требует особого здоровья. И чем здоровее человек, чем сегодня он физически крепче, тем выше вероятность, что это дело у него получится. И что он будет в стране востребован и сможет прожить и свою жизнь, и сделать в этой жизни много доброго, хорошего для себя и для всей страны. Ректор Мордовского университета Сергей Михайлович Довин, обращаясь к спортсменам, особо отметил, что поддержка талантливой молодежи является одной из приоритетных задач, стоящих перед обществом и государством. Очень важно, чтобы то, что сегодня вы имеете, ту любовь к физической культуре и спорту вы принесли на протяжении всей своей жизни, и это будет вашим самым главным и основным успехом в жизни. Любите физическую культуру и спорт. Смело продвигайте идеи спорта, идеи здорового образа жизни среди ваших сверстников, среди старших товарищей. Я думаю, что в результате вашей большой подвижной работы население нашей страны будет еще более здоровым, более крепким и сможет вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего государства. В рамках олимпиады ребята соревновались в 5 конкурсных видах: гимнастика, олимпийское троеборье, легкая атлетика, баскетбол и флорбол. Кроме того, спортсменам предстояло продемонстрировать теоретические знания по физической культуре. Помимо усиленных тренировок и подготовки к этапам, у гостей Саранска была отличная возможность познакомиться с городом. Очень чистый город, очень красивый, современный. Ну, олимпиада довольно, каждый год она неожиданная. В прошлом году участвовал, встретил много знакомых с прошлого года. Ну, и со своей области познакомился с новыми участниками, из других областей несколько ребят. Вот. Олимпиада довольно тяжелая, но вот условия питания, жилье помогало очень сильно. Очень все нравилось. Директор Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки России Александр Эдуардович Страдзе также остался под впечатлением от поездки в Мордовию и от того, как развивается республика. Тот подход, государственный, общественный подход к развитию физической культуры и спорта, который сегодня демонстрирует нам Мордовия и демонстрирует город Саранск, я считаю, это беспрецедентный подход в Российской Федерации. Такое количество спортивных сооружений, спортивных объектов и инфраструктуры физкультурно-спортивного назначения в образовательных учреждениях, вообще в городе, трудно себе представить в другом каком-то городе на одном квадратном метре, из расчета на один квадратный метр. И поэтому глубоко убежден, что инвестиции в физическую культуру, в развитие спорта – это очень правильные инвестиции, это очень правильная политика и региональная, и федеральная. Итоги соревнований подвели на торжественном закрытии олимпиады. Участники тепло и радостно приветствовали победителей и призеров. Но, по словам ребят, все они получили самые главные призы любых соревнований – хорошее настроение, положительный заряд эмоций и новых друзей.